Ну, коль мы в Сергиевом Посаде, давайте помянем павших в боях. Вечный огонь. Цветочки землякам, отдавшим свои жизни во имя Отечества. Вот сюда надо. Смотровая площадка. Ну, здесь детские аттракционы, качели, карусели. И вон там Свято-Троицкий лавр. Здесь развлекаловка для детей. Это наивысшая точка? А пруды-то вон далеко тянутся. Вон туда. Здесь домик продается прям на окраине пруда. Ну как вам? Понравилось? Карта. А вот где-то есть источник преподобного Сергия Радонежского. Гремячий ключ. Деревня Взгляд. Нева. Как вам такое местечко? Нормально? Нормально. Кто здесь? А, красивая. Святые благоверные. Князь Петр и княгиня Феврония Муромские. Очень красиво. Красиво-прекрасиво сделано. Про них. Памятник святым Петру и княгине Февронии Муромским, покровителям семьи и брака. И вот здесь информация. Водопад. С этой стороны зайца, а я их даже не заметила. Посмотреть на зайчат. Маленькие, как настоящие. Вот. Здесь смотровая площадка. Можно посмотреть. Сейчас будет на лавру. А мы и так посмотрим. Ну-ка. О. Там можно через увеличение все поглядеть. Место высокое. Ну, как вам? Посмотреть на достопримечательность. Здесь такой небольшой сквер, качели. Мы смотрим достопримечательности. Смотрите, какой домик хорошенький. Прямо честно. Какой-то добрый, уютный. Прекрасный домик. Так, что я вам хочу сказать. Меня, пока я здесь хожу, уже третий раз чего-то просят. То денег, то сигарет. То еще что-то. Жень! Нет, самое интересное, посмотри, какие старые дома-то. Дома-дома, но они старые. Я и хотела посмотреть на старые дома. Видите, как интересно. Так они что, не жилые? Такое чувство, что они это не жилые. Да какая это гостиница? Посмотри, какой был дом раньше. Вот. Раньше ведь люди жили до таком спуске. Видите? Все заколотили. А вот это, наверное, жилой. Вот рядом. Рядом дом нежилой. А этот, видите, занавесочки есть. Жил. Ага. Вату клали. И мы клали когда-то. Наверное, бабушка какая-нибудь живет. Интересный переулок.
Жилой, да. Интересный переулок. Склон крутой. И вот такие интересные домики. А смотри, какая архитектура. О, видите? Уютно. Если бы только не расписали, то было бы прекрасно. Интересно. Домики. А здесь на сваях. Почему? Все расписано. Все-все расписано. Куда мы попадем? Сейчас увидим. Я удивилась. Смотрите, какие еще бывают площадки для детей, а? Финиш. О, отсюда как смотрится лавра. Речка бурлит. Быстро течет. Я хочу сказать, здесь, наверное, не ходят иностранцы по таким улочкам, закоулочкам. Смотрите, дом был какой. Старый, да? Здесь такие улицы интересные. Все вверх, вверх. Очень... Это дома несовременные. Это современные. Ну где? Смотри. Сейчас так не строят. В 90-х годах. Смеешься. Смотри, какая улица-то старинная. Это овражный переулок. Смотри, какие наличники. А? Дружочек ты мой хороший. Хозяин. Хозяин. Посмотрите, как интересно. Ух ты. Классно. Вадим, не подглядывай. Ты посмотри. Ну, это я вот вижу. Вот это вот современно. Я люблю старину. Старину. А там что? Смотрим. А там какая-то улица еще. А? Ну давай еще немножко пройдем и потом пойдем куда ты хочешь. Овражный переулок. Интересно. Очень-очень интересно. Греческий музей. Зашли. Да, наверх. Сказали, поднимайтесь наверх. Вот так. Посмотрим. Музей. Тюбетейка такая у меня была. Что тут еще? Рогатки, тетрадки, учебник русского языка, пропись, ручка перьевая. После музея пошли дальше погулять по городу. Смотрите, как дом разукрашен впереди. Православная тематика. Пруд какой-то не очень чистый. Наверное, для уток специально. Так. Памятник. И куда тут идти? Вон там вход, вон дальше. Еще один музей. Рядом с прудом. Он сказал, берите единый билет. Конный двор. Да, еще он открыт. До 5:30. Пошли посмотрим. Вот. Посмотрим. Красавица.
лошадь. Что, пойдем? Пушки. А? Мир русской деревни. Пошли? Еще в один музей мы пришли. Деревенского зодчества. Нет, музей деревенский. Видите, какие сундуки были. Не каждый мог иметь сундук. Свадебный стол, да? Это свадебный стол, он готовился заранее. Платье, женский праздничный костюм Тверской области, 1890 год. Ржевской губернии, да? О, какой красивый. Сундуки какие красивые. Так что, кто будет здесь, обязательно сходите в этот музей. Все красиво, чисто. Мне понравилось. Кокошники буду смотреть. И мне очень понравился. Большой, красивый. Зал большой. Много разных экспозиций. Смотрите, как мне вот это понравилось. Здорово. Прям целое представлено. Красотень. Тут много чего можно смотреть интересного. Вон, видите, какая тут красавица. А? Кузнец или кто он? Конный двор. Здесь можно еще чего посмотреть, но уже музей закрывается, потому что уже время 6:00. Из музея вышли. Музей очень понравился. Как я понимаю, это центральная площадь. Вот Макдональдс. Мы сейчас пойдем попьем. На улице 24 градуса. А потом, вот, может быть, туда сходим. К той церкви. Сегодня благотворно я провела день, познавательно, не лежа на диване, как говорится. Посетила много мест, и в Лавре побывала, и два музея посмотрела. Зашли в местный Макдональдс. Представляете, здесь нету через терминал заказа, здесь все вживую. И вот люди стоят в очереди. Я такого давно уже не видела. Зал-то большой, но вот здесь ждать очень долго заказа. За окном жизнь кипит. Город живет. С любой точки видно Лавру. Идем за машиной. Машину надо забрать. Да и уже и домой пора. 6:00. День, как мы провели. 6:00. А нам пора домой. Вот с Питера привезли людей на экскурсию. В машине так жарко. Колокола зазвонили, представляешь? Ага. Слышите? 6:00 звонят.